Так, друзья, план у нас сегодня такой. Мы сегодня сейчас зальем масло и поедем на заправку, а потом прокатимся немножко по городу, по одной из центральных улиц Берлина. Ну, посмотрим вообще, как обстоят дела на улице в связи с карантином. Но сначала зальем масло. Так, купил я вот такое масло. Я обычно заливаю другое, но на заправке не было того, которое мне нужно было. Было только Кастрол. Ну, один раз, ладно. Так, одного бачка, в принципе, хватает где-то на 800 километров, кому интересно. Ну, а литровые бутылки вот такой хватает, ну, где-то 1000 километров плюс-минус. В принципе, расход небольшой. Нормально, так что жить можно. Ай, ладно. У меня тут даже тряпочка есть. Где-то вот так. Все. Одену свои перчаточки летние. И поедем. Завелся. Ладно. Прогревать я его не буду, и так бензина нету. Надеюсь, нам хватит до заправки. Поэтому сейчас первым делом на заправку. Так, осторожненько. Ох, как сегодня солнечно на улице. Но погода, я вам скажу, не жарко нисколько вообще. Блять, надо было очки взять. Темные, не вижу ничего, все светит. Еще и запотевает, надо будет скоро новый шлем купить, когда мотоцикл придет, с пинлоком обязательно. Потому что у меня без пинлока простой шлем, он, блять, это вообще, это, с ним ездить невозможно. Особенно если влажно на улице. Кстати, такой лайфхак еще, чтобы не запотевали, если у вас обычный шлем. Просто одевайте его в тепле и закрывайте сразу. Допустим, не на улице, когда холодно будет. Так, ладно. Все, стекло отпотело на скорости. Так, вот если на улицу пока смотреть, в принципе, даже и не сказать, что какой-то там кризис или коронавирус. Все выглядит так по-обычному. Так, светофор. У меня этот мопед сейчас залоченный на 50 километров, то есть больше 50 он не разгоняет, максимум 49 на спидометре показывает. Раньше ездил на разлоченном, но сейчас так как права делаю, чтобы не потерять, так скажем, рисковать не хочу, я его обратно залочил через зажигание. Ну, в принципе, по городу нормально хватает. Особо разгоняться-то негде. Так, нам следующий поворот налево. О, обгоняет засранец. Справа. Блять, вот не люблю мудаков, которые справа обгоняют. Не терпится ему. Ладно. Уже почти приехали на заправку. Рядышком. Так, я надеюсь, вам тут ветер не будет задувать в микрофон. Так, кстати, здесь вот у нас летом можно приходить здесь купаться, забирать небольшой водоемчик. Есть, ну, такой платный. Поэтому, если кто хочет со вкусом отдохнуть, то можно сюда. Я как-то ходил разок. Ничего так, можно. Все, приехали на заправку. Судя по движению на улице, вообще не скажешь, что какой-то карантин.
Давайте сейчас проедем небольшой кружок, посмотрим, что тут творится на улице. Ну, покажу вам одну из наших, так сказать, центральных улиц Берлина. Центральный Берлин, это, так скажем, условно, потому что раньше, когда в Германии был западный и восточный Берлин, вот улица, по которой мы сейчас поедем, она такой считается одной из центральных улиц. Это своего рода как Елисейские поля в этом, в Париже, или как возьмем какой-нибудь проспект Ленина или проспект Победы в любом из российских крупных городов. Ну, что-то типа. То есть там всякие бутики, тут салон Tesla есть, помимо также есть Apple Store. Ну, в общем, все самое крутое на этой улице, так скажем. Почти все представители крупных брендов, начиная там от Versace и заканчивая тем же Apple. Правда, сейчас немножко неудачно солнце будет глаза светить, засвечивать камеру. Ну ладно. Будем надеяться, что все будет сейчас зашибись. Пока стоишь на светофоре, этот визор запотевает. Когда двигаться начинаешь, потевает нормально все. Так, осторожней, осторожней. Ну вот, мы, в принципе, въезжаем сейчас на эту улицу. Блять, она полная, я, честно, не ожидал такого. Я думал, сейчас здесь пусто будет. Так. Кстати, слева от меня, так наискосок, на 11 часов Лукойл. Какой-то офис их невидимо, что ли. Я говорю, здесь есть все. Даже Лукойл. Так. Это вот у нас сейчас, так сказать, карантин. Вы сами видите, блин, пробки, 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 пробки. Да-да-да-да-да. Обратите внимание, да, вот у нас сейчас справа от меня это полоса для автобусов, ну, то есть спецполоса для спецтранспорта и для автобусов. И какая бы пробка ни была, ее никто не занимает. То есть никто по ней не едет. То есть все едут слева в одной полосе. Ну, во-первых, за это могут строго наказать, кто будет ехать. Ну и просто культура вождения здесь немножко другая. Эта улица красивая, когда здесь лето, когда здесь много зелени, вот когда все эти деревья цветут, тогда здесь классно. А сейчас пока не очень интересно. Ну, пару человек в маске ходят, тетенька. Так, так, ну это пока еще, так скажем, конец или начало этого, нет, конец этой улицы, может быть. Мы с конца начали, а тут особо пока не интересно, дальше будет посимпатичней. Так, ну здесь я немножко снаглею. В принципе, вот для тех, кто любит в междурядье ездить, в Германии с междурядьем, это, я бы сказал, проблема. Здесь улицы настолько узкие, что как такового междурядья-то здесь и нету. Даже если захочешь. А, кстати, вот это мы сейчас проезжаем Ленинная плац, это Ленинская площадь, так скажем. Немножко неожиданно было увидеть здесь Ленинскую площадь в Западном Берлине. Ну, я понимаю, там в ГДРовской части. В Восточном Берлине было что-то подобное, это было бы как бы нормально, но в Западном Берлине Ленинер Плац это как-то немножко непривычно. Так, сейчас мы подъезжаем к Аденауэр Плац, это у нас станция метро Аденауэр Плац. Я здесь довольно-таки часто бываю, пересадку делаю, когда на работу езжу, если на общественном транспорте. Ну вот отсюда же, в принципе, начинаются самые, так скажем, бутики всякие, Versace. Ну, в общем, всякой хрени много. Мы сейчас проедем до Виттенберга Плац, это станция метро. Ее сейчас внешне снаружи как бы реконструировать немножко, поэтому она закрыта. А так прикольная зданица. Ну, там доедем до туда, развернемся и обратно. Обратно, может быть, по другой улице какой-нибудь поедем. Не, вот если глядя сейчас вот на улицу, да, как автобусы ходят, машины ездят, вообще кризисом как бы и не пахнет. По идее, здесь очень много туристов, вот если так разобраться, гуляют.
Очень много русских, между прочим. О, чё, так. Видите, вот даже здесь захочешь между ряди залезть, ну это полный бред сюда лезть. Поэтому стоишь со всеми так, не спеша, кайфуешь. Вот зеленый цвет. А чё стоим? Ладно. Блять, красный. Ах, не успел. В принципе, мне спешить некуда, постою. Так, вот я сейчас еду как мудак по этой полосе. Эй-яй-яй. Ну ничего, там все равно придется перестроиться. Он стоит, моргает. Там стройка, кажется. Ладно.